Сейчас мы наращиваем количество людей на Байкале. Люди у нас проходят ротацию и готовы по первому предложению выехать сюда. На подъезде полицейские пытались помешать нам проехать, ссылаясь на устное распоряжение начальника. Когда народный депутат задавал вопрос, кто дал такое распоряжение, полицейский заявил, мне приказано не говорить, кто дал такой приказ. Это на самом деле не смешно. Это говорит о том, что в Донецкой области начинают строить прообраз полицейского государства. По итогам на видеокамеру он скромно заявил, что этот приказ отдал Амбройскин. Это у нас есть на видеорегистраторе. Следовательно, я считаю, что в Донецкой области, повторю, начинается строиться прообраз полицейского государства, где не работают законы, где не работает конституция, где работают исключительно УПГшные понятия. Это по работе Донецкой области.